Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, ну что же, давайте посмотрим, что у нас находится в армии. Так, а находится у нас, да, ребята, мы с вами ведьму можем прапать до 3 звезд. Наконец-то, наконец-то она хоть что-то из себя будет теперь представлять. Отлично, можно будет ее, в принципе, брать с собой в пати. Так, замечательно, что у нас в магазинчике есть халява? Халявы нету, понятно. Так, ну про арену я не буду там, понятно все дело, ничего нам не светит. Так, ну что, у нас есть, ребята, еще испытание сегодня на ведьму. 22 ведьмы, я думаю, что, наверное, мы должны подраться. Так, посмотрим, что нам дадут за отряд. Ага, стандартный наш отрядик, да, значит? Ну что же, это хорошо. И вот так. А, еще можем босса взять, да? Слушайте, а у меня ведьма какого уровня? 41-го. Пока еще рановато ее брать, но не волнуйтесь, ребят. Как только мы ее прокачаем, обязательно возьмем и будем тестить ее. На что, как говорится, она будет годна. Кстати, у нас тыквоголовый, по-моему, прокачан по полной программе. Я, правда, не помню. Можно будет посмотреть. Так, давайте, сейчас, наверное, кто-то выбежит, да? Пока никого не вижу. Ладно, тоже будем копить. Ага. Так, ну что, против этого у нас неплохо, по-моему, ниндзя справляется, да? Так, точно. Именно ниндзя сносит его на расстоянии. А вот этот вот оборотень, блин, тут, как говорится, и не сдался нам. Фу, ребят, по-моему... Хотя не хочу ничего говорить. Но, кажись, мы тут с вами уже победили. Да-да. Ну что, оборотень, хоть запрыгайся здесь. Поздно, батенька, да? Когда почки сели. Ну, первая победа за нами. Причем довольно легко, вообще изейший. Кстати, тут предложил один из подписчиков, ребята, проходить игру на ускорении. Я не знаю, как вы к этому относитесь. Если за быстрое прохождение, то лайк. Если как... Сейчас, как обычно, проходим, то так и пишите, что все как раньше, пускай остается. А то некоторым не нравится, говорят, что слишком медленно все здесь это идет. Ну, мы сегодня сделаем с вами и так, посмотрим. И вы заодно посмотрите, как оно будет лучше. Ну, видите, ускорение лучше всего ставить там, где ты уверен на 100%, что ты пройдешь. Согласитесь. Например, иногда можно даже не успевать кого-то там построить, и потом, как говорится... Пенять на себя. Так, давай. По старой схеме пойдем, да? Не будем тут ничего новенького изобретать. Давайте вот так вот на 3-м ускорении поставим. Потому что здесь, я больше чем уверен, мы с вами пройдем. Может быть. Да нет, должны. Должны с вами здесь разрулить. Ну, да. Очень быстро и, я думаю, комфортно для всех. Все поняли суть, что мы победили. Забираем наши карточки. 12 карточек ведьм. И, соответственно, давайте сделаем еще один бой. Заключительный уже будет. Где мы с вами получим уже 8 или 7 карточек. У них тут как-то все время по-разному. Так, давай возьмем голема. Возьмем ниндзю. И возьмем нашего мага-воина. Все как обычно. Да, ребята. Тыквоголовый у нас 59 уровня. А что если мы сделаем, знаете, как с вами? Слушайте, нет, мы здесь не будем никак делать. Пускай тыквоголовый пока подождет своей участи. Да? Мы его обязательно возьмем с вами куда-нибудь в пачку в бой. Ну, протестим. Ну, когда я играл против него, ну, он там дает, конечно, жару. У него очень мощный дамаг. И эта тыква-голова летит и наносит урон всем, ребята, всем, кто попадает в радиус взрыва головы тыквы этой. Так, ну что, здесь мы тоже, ребята, с вами делаем ускорение, чтобы все это по-быренькому. Да-да-да-да-да, конечно, ага. Размечтался. Вот, ребятушки, и все. Базу распилили. Слушайте, ну мы с вами сэкономили довольно приличное время на этом ускорении. Так бы у нас все это было в нормальном режиме, а так на ускорении. Наверное, даже никто ничего и не понял, да? Как и я, в принципе. Ух, ну что же, с этим заданием мы с вами закончили. Мы карточки получили и теперь идем с вами на основную сюжетную линию. И здесь у нас люди, да? Да, именно люди.
маг, грифон. Соответственно, мы с вами возьмем, наверное, вот эту пачку. И, кстати, можно попробовать. А давайте рискнем. Вместо, например, нашего прыгуна поставить тыквоголового. Что скажете? Давайте попробуем. У нас, правда, будет очень много стрелков будет, да? Один только танк. Ну, оборотень у нас тоже все-таки не танк, согласитесь. Поэтому я думаю, что, ну, попробуем. Нет так нет. На нет и сюда нет, да? Где наш... Подожди, а он... Ай-яй-яй-яй-яй, ребята, он же на обучении. Он же на обучении у нас. И, соответственно, я его взять отсюда уже не смогу. Он же на тренировке. Надо было, блин, не так немножко сделать. Вот я лопухнулся. Надо было вначале поиграть, а потом уже отправлять на тренировку. Да, ребят, к сожалению, не получится. Ну, тогда уже в другой раз. Хорошо. Где наша компания? Какой? Ты что сюда притули? Ничего себе, да? Нашел себе теплое местечко. Иди, как говорится, в баню, а. Нам нужно взять... Кто у нас был? Прыгун. Будем тогда с прыгуном дальше играть. Ну что же, поехали. Нам здесь нужно с вами разрулить. Здесь очень много коварных, как говорится, персонажей. Особенно вот грифон, маг, который довольно нехило бомбит. И хиллерша, которая будет постоянно, наверное, хилить паладина. А он здесь жирный. Толстый, жирный поезд пассажирный. Но мы его все равно разберем, как бы он этого не хотел. Вначале копим. У нас же это... А, нет, не последний. Это предпоследний у нас бой. Босса здесь еще пока не будет. Но я знаю, кто здесь будет босс. Король, естественно, ребят, король. Вот и вышел рыцарь. Ну, против рыцаря мышь бесполезна, потому что он... Оу, а вот я так и думал. Тут нужен нам прыгун. Естественно, ребята, прыгун, который... Да успей ты, елки-палки. Во, молодец. Вот так вот. Приблизительно это у нас все должно выйти. Так, давай, хилку уничтожили. Ураганчик отправили. Бумс. Ну, извините. Не повезло, как говорится, вам, да? Ха. Ну что, делаем ускорение, потому что здесь уже победа, можно так сказать, да? Выпускаем мышь летучую. Выпускаем еще одного голема. Ой-ой-ой, карточки. На ускорение можно и карточки, ребят, продинамить. Ну что же, победа чистая за нами. И у нас последний уровень. Ах, смотрите-ка, здесь у нас не король, здесь у нас будет бишоп. Слушайте, ну с одной стороны это даже и лучше. Бишоп, вы сами знаете, он такой ватный, что-то там пятится, пятится. И в конце концов он погибает в итоге-то. Поэтому давайте его накажем еще разок. В очередной. Так, копим манну. Воу-воу-воу, фехтовальщик, тихо-тихо, родной, погоди-ка. Не надо тут суетиться, пожалуйста. Раньше времени-то, да? Нам нужно, ребята, копить манну. Он меня хочет здесь спровоцировать, чтобы я тратил манну. Но я не буду. Не буду. Как? Как он смог уделать мне голема? Это что за нонсенс? Грифон летит, что ли? Грифон, ребята, надо приготовиться к фаерболу. Блин, к фаерболу-то не получится. Или получится? Вот так вот, если мы сделаем. Ну... Отличненько, вот так вот. Так, подожди, я что-то не то делаю, ребят. Не те манипуляции-то. Так, нам-то нужен кто? Нам нужен дедушка, ёбарсте. Сейчас вот и все. Я деда выпустил. Сейчас он пойдет наказывать. Давайте немножко ускоримся, наверное, да? Ускоряемся капельку. Вот он, этот бишоп. Мы вот так вот делаем. Бамс, всем он там. И все. И разбомбили базу. Ух, хорошо получилось. Ребята, идеальный проход. Все отлично. И получаем с вами 8 карточек мечника, 10 фехтовальщика и 7500 голды. И переходим на тихо. На следующий уровень, это у нас нежить. И начинается тут с 62 уровня. То есть голем и банши. Для этих ребят у меня приготовлена специальная пачка. Вот эта. Да, я думаю, что она как раз здесь начнет неплохо заходить на начальных-то этапах. Поэтому поехали. Так. Карты у меня не дешевые, вы это прекрасно знаете. Но, тем не менее, ребят, должны здесь мы
победить. 62 уровень, повторяю вам, врага. Ой-ой-ой-ой-ой, банши. Банши. Ты слишком рано вышла. Вот так вот. Отлично. Все, дальше как по маслу у нас должно идти. Наверное, надеюсь я. Хотелось бы, чтобы так было. Иди ты отсюда, достал уже. Пшикает там ничего-то. Ну и все, ребят, базу разбираем с полточка. Нет, опять этот голем вылез, а. Он опять, он неугомонный. Все, получил свое. Отлично. Ну что же, а мы с вами двигаемся дальше, ребят, на второй этап. Кто тут у нас добавится? Вот, здесь уже появляется прыгун. Это уже плохо. Против прыгуна-то кто у нас здесь? Никто, пожалуй, не справится. Хм. Тогда придется вот этими ребятами рулить до тех пор, пока у нас не будет в пачке у врага прыгуна. Так что попробуем, попробуем. Он сейчас его будет вызывать, вот поверьте мне. Он сейчас будет его вызывать, и нам надо будет... Нет. Хорошо, давай мы сделаем вот так вот. Мышь. Опачки, банши он вызвал. Он как будто знает, что нужно сделать, да, ребят? Тихо, банши, сдохни. Есть. Все-таки мышь моя, ребята, сильнее, чем банши. Так что нормуль все. Так, тихо. Не буяним, родные. Все должно быть под контролем. Так, там прыгун. Ну я его, ребята, перехвачу. Да, я успел вызвать голема. Так что, ну он тоже, смотрите, как яро бьет-то. Очень яро. Так, ниндзя моя помогла. Так, ну что, нет, ну тут я не буду, ребята, ускорение ставить. Вы уж меня извините, но ты... Оу! Вот это вот лопохнулся я сейчас. Вот так вот, ребятушки. Вы сами прекрасно видели, что произошло. Оборотень просто делает прыжок, ускоряется и, соответственно, разносит мою базу. Ну, конечно, не в хлам, но наносит ей повреждения. Ой-ой-ой-ой-ой, да, вот так вот. Я даже не ожидал, если честно, что вот так вот он может чудануть. Ладно, будет мне уроком. Переигрывать, естественно, ребята, мы эту миссию будем. Никуда не денемся. Ну, конечно, не ожидал я. Ха. Главное, перепрыгивает через голема и бежит прямиком к базе на ускорении, да? Ой, зачем я так делал? Нет, не это нам нужно. Нам нужно вот эту миссию перепройти. Блин, лишнюю попытку, ребята, потратил, а? Попытки у нас, сами знаете, как говорится, на вес золота. Так, ну что, давай. Угу. Все то же самое, что и было, да? Та же самая школа. Ладно, будем, ребят, повторять. Ну только, надеюсь, не ошибки, ё-моё, повторить-то будем. Давай, банши уничтожь. Отлично. Молодец. Я ведь чувствую, что сейчас будет прыгун. Чувствую просто нутром, что он сейчас должен выйти. Ну, где там этот попрыгушка-то? Заморозку. Слушай, мне что-то не нравится, что тут прыгун сейчас. Да почему ты? Я не могу понять. Я фаербол бросил. Почему ты полетел-то куда-то не туда? Ё-моё, а? Так, ребят, ускоряемся. Это что за... Я специально ждал фаербол. Думал, вот он сейчас прыгнет и попадет как раз по нему. Нет, фаербол почему-то полетел куда угодно, только не в него. Да. Слушай, это ерунда, надо переигрывать. Да что за фигня-то происходит? Так, продолжить. Давайте, может быть, возьмем с вами другую пачку. Этот прыгун, блин, достал уже, на самом деле. Давай-ка попробуем, наверное, вот этими ребятами. Кто тут у нас? Лучники? Даже не знаю. Ну, попытаться надо, ребят, попытаться надо. Прыгун, тем более, здесь выходит не сразу же. Он сидит там, сопли жует. Выходит довольно поздно, поэтому мы должны здесь успеть. Для этого случая у меня, ребят, если что, будет мечник. Ну, это понятно, что он вызывает голема. Тут никуда не денешься. Тут же сразу же банши идет. Давай помогать будем, естественно, лучникам. Так, что дальше? Дальше, по идее, должен прыгун у него выйти, да? Нет? Не понял, как-то мою воячку-то быстро расписали, ребят. Что-то уж совсем плохо как-то. Так, давай вот так мы этого оборотня сюда притянем. Ну, будете оборотня-то бомбить. Да чтоб тебя. Фух. Здесь нам повезло. Как говорится, оборотень не успел тут особо раздухариться, поэтому мы его накрыли.
А вот здесь уже будет плохо. Да ты посмотри, что ты делает, а? Ну, он все равно наносит урон, ребята, базе. Как он меня достал-то, а? Он за счет того, что перепрыгивает, сразу же начинает бомбить базу, ребята. Быстро к ней подбегает, и я просто не успеваю никого вызвать, можно так сказать. Ай, притянул, называется, еще лучше сделал. На, родной, бомби, как говорится, базу. Молодец я, ничего не скажешь. Так, ладно, хорошо. Что, хорошего на самом деле? Будем пробовать с вами другую пачку. Тут что-то как-то вообще все кисло. Очень кисло. Уровень-то никакой сложности из себя не представляет. Абсолютно никакой сложности. Просто этот прыгун выносит нам мозг. Давай посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас баллиста, здесь у нас самурай. Здесь у нас бородавочник. Опять же, такие юниты, знаете, довольно дорогие, и не знаю. Просто мне неохота там тратить всю ману. Ой, все, ребята, попытки. Мы сольем и все, и чем мы там останемся? Ни с чем. Так, ладно, выходит. Давайте также попробуем, как и было. Так, вот здесь бы нам, конечно, бы не помешала баллиста, ребят. Ну, не знаю, как у нас получится вызвать его и успеть все это делать, тут еще разрулить, блин. О-оу, а что так? Что-то как-то жестковато, ребят, тут. Так, у меня есть. Вы сами видите. Так. Я запускаю, ребят, смотрите, смотрим. Да что? Я офигею, что за ерунда? Ни один суперудар, блин, в него не хочет бомбить просто, ребят. Понимаете, ни один. Мимо, мимо, мимо. И вообще ничего не делает ему. Я уже не знаю, как быть. Ты посмотри, вообще не стреляет в него. Чё за читерство-то, ёпростые, я не понял, а? Чё за баги, глюки, лаги, ё-моё. И офигеть, я вызываю, ребят, вот этот суперудар своей базы. А она... Посрать, короче, понимаете? Просто посрать. Да. Это я сколько уже, ребят, попыток потратил, а? Сколько? Четыре? Четыре попытки на... Вот тебе, ребята, и ускорение. Может быть, вообще не надо это ускорение? Может, пройти этот уровень так, на нормале? Сам этот оборотень, лашпен, прыгун. Ну, давайте, разбомбите базу. И надо будет как-то переигрывать. Я уже даже не знаю, что и делать. Если честно. Просто не знаю. Хм. Как же быть? Как же мне от этого прыгуна избавиться, а? Все, базу разбомбили. Как же мне от него избавиться, а? Как же мне его перехватить, чтобы он не успевал наносить урон моей базе? Вообще, вот эта вот пачка должна быть идеальная. Может быть, единственное, нам стоит убрать лучницу. А если мы лучницу уберем, то кого можем поставить вместо нее? Вот, блин, давно такого не было, чтобы на одном уровне вот так вот капитально зависнуть, засесть, блин. Как в трясине, знаешь? Оборотень. Он перепрыгивает, да? Перепрыгивает. Вместо лучницы кого можно взять? Предположим, я ее убрал отсюда, да? Здесь у нас есть... Нет, толкатель нам не подойдет, тигр не подходит. Зомби, зомби. Дорогущий гад этот зомби-то у нас. Ой, какой дорогущий. Наверное, скоро будем с вами, ребята, терракошу раскачивать. Почему-то мне так кажется, что нужен он будет в ближайшее время. Можем взять циркуляру. Слушай, а давай попробуем циркуляра здесь... разрулить. М? Я думаю, должно помочь. А, почему? Потому что, во-первых, он быстрый. Он очень быстро добирается до цели. Плюс он наносит нормально урона. Сейчас мы это дело с вами проверим. Так, ну естественно, вначале у нас выйдет воин наш, маг. Потом, и сразу же мы прикрываем это дело циркулярой. По-быстренькому распиливаем. Так, хорошо. Банча тоже.
Не успели, ладно, фиг с ним. Главное ждать прыгуна. Главное ждем прыгуна. Я знаю, что он с секунды на секунду должен появиться, но пока не вижу, вот он. Дай-ка я его вот так вот лучше. Ага. Хренушки, как говорится тебе, голубчик. Ждем прыгуна, я знаю, что он выйдет сейчас. Так. И вот так, есть, наконец-то. Фух. Ну, это, ребят, не последний прыгун, который у нас был. Я боюсь, он дальше будет присутствовать. Нет, здесь у нас когтистый. Ха-ха. Когтистый, значит, да? Против него чего? Ну, вот эта пачка пойдет хорошо. Но я думаю, что там энергии очень мало. А может быть, нам вот этой вот попробовать? Что тут? Голем, когтистый, ну и банши, да? Поехали. Просто на этой пачке у нас энергии очень много. Ее как-то нужно потратить. Будем пытаться. Ну, когтистый тоже, знаете, такой парень не промах, бомбит не по-детски. Так что серьезно будет бой. Выпустим вначале, естественно, с вами паладиныча. Ого, а как он так паладина вместе с... Ты что-то тут, парнишка, по-моему, попутал немножко, тебе не кажется, а? Понавыпускал тут и тех, и тех, и всех, короче. Ну-ка, давай-ка, вот так вот мы сделаем. Суперудар нужно применять. Есть, отлично. Вот так вот. Фига он тут дает, конечно, наяривает. Гитарист, блин. Давай, 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 баллиста, бомби. О, вот это как раз. Кстати, нам. Так, баллиста, ты, главное, расстреливай там. Вот, хорошо. Возьмем манны. Оу. Станем, станем их. Они, видите, даже ничего не могут сделать. А если вот так еще ускорение. Фу-ху-ху-ху. Вот это я понимаю. Вот это вот мы разрулили ситуацию. Все чин-чинарем. Не придраться. Две баллисты сейчас начнут тут зажигать по-черному. Расстрел, блин. Так, еще снежинка летит. Сейчас мы, ребят, ее... Ну, где враг? Блин, снежинка исчезла. Растаяла, блин. Но, как видите, победа за нами. Все. Фух, и... Предпоследний у нас уровень здесь. Вот тебе на. Вот опять прибавляется прыгун. Так еще хуже того, прибавляется служитель тьмы. И банши, ёпарасоте. Слушайте, вот эта команда у нас, да, такая нехилая должна получиться будет. Смотрите, тыквоголовый, джаггер, ведьма. И вот этих вот надо будет на кого-нибудь заменить. И, наверное, будем распиливать там их всех. Так, ну что, мы кого выбираем-то? Вот эту пачку опять же, да, ребята? Мы же ей играли, ей. Поэтому будем здесь перехватывать этого прыгуна. Все вокруг него завязано, ребята, вся эта история. Так. И все бы вроде бы неплохо, да? Ну, подумаешь, там перепрыгивает и бежит себе дальше. Так нет же, ребята, он бежит на опупенном ускорении. Зачем я так сделал? Надо было вызывать-то вот кого, рыцаря вначале. Ну, я дурила, ребят. Че ж тут сделаешь? Не успеет, не успеет. Ой, ё-моё. Да. Называется, сыграли, блин. Ладно, за это он базу свою сейчас потеряет. Сейчас мы это по-быренькому дело разрулим. И придется опять переигрывать, а что же сделаешь? Да, если бы я не упустил бы в тот раз. Потому что надо было вначале мне выпускать. Вау, ну неужели, ребята? Неужели 60 уровень мы с вами заработали? Это просто благодать. И у нас вся энергия восстановилась. Ну это же вообще круть. Это же круто. Вот что значит проходить по нескольку раз один и тот же уровень, да, ребят? Так, ну что же, давайте апать, естественно, конечно же, будем в первую очередь заниматься прапыванием своих персонажей. Так. Естественно, молотильщика и база. А дальше у нас идет дедуля. Потом ниндзя. Прыгун. Голем. Чумная летучая мышь. И замок. Так, на кого еще хватит? Хватит, должно хватить, ребят. Так, король. Бородавочник.
Так, а на баллисту уже не хватает, ребята. Жаль, жаль, очень жаль. Я не могу понять, а что мне тут кристаллик-то горит? Что он мне показывает? У меня сейчас ничего все равно нету. Зачем ты мне это показываешь? Ну что, ребята, теперь у меня энергия у всех полностью, поэтому продолжаем бомбахать. И я думаю, что этой командой пойдем. 60-й левел. Фух. Хотя бы у нас небольшой отрыв, и уже хоть, как говорится, ну, почти, ребят, на равных. Но в этот раз я не лопухнусь. Я выпущу вначале черного рыцаря, а уже потом мага-воина. Вот, смотрите, видите, что он делает? Давай, оп, и вот так вот мы его встречаем здесь. Вот и все, ребят, вот и вся тебе тактика. Карточка, тихо, карточку-то как же так? Главное не выпускать их всех в кучу, ребята, чтобы не получилось так, чтобы мы стоим все в одной точке, оборотень потом перепрыгивает, и мы в дурачках остаемся. Надо, чтобы было какое-то расстояние. Вот, например, видите, что он сейчас делает? Бежит, а у меня здесь вот такая вот завеса стоит. Все, базу просто распинали, ребят. Отлично. Ну что ж, переходим на последний с вами этап. Фух, кто здесь у них? Ну, я знаю, что босс, это, понятное дело, дедуля. Так, и здесь я предпочитаю, наверное, взять вот эту команду, ребят. Ну, разница всего лишь на 3 уровня. Для меня это, знаете, как пощекотать. По сравнению с 5 или 6 уровнями, как было раньше, ну, вы помните. Но это еще впереди будет, вы не забывайте. Это только начало, разминка, так скажем. Так, кого он там? У нас там, я забыл, оборотень был? Нет, там не было оборотня, там у нас был когтистый, да? Да, именно он. Так, хорошо, приступаем, раз такое дело. Ой-ой-ой, что-то ты как-то сразу аж целую кучу тут понавыпускал. Давайте тогда мышь себе в помощь. Если что, ребята, я фаербол буду применять. Вот так вот. Нечего, как говорится. Сейчас, наверное, служитель тьмы или еще кто-нибудь. Поэтому вызовем... Ну, конечно, служитель тьмы. Я вызвал для этого, ребята, оборотня. Я вызвал оборотня, он будет перепрыгивать и наказывать его. Так, ладно. Летучка, летучка, давай, погнали. Блин, оу! Он уже вызвал деда, ребята, он уже вызвал деда. Фаербол пошел. Вот так, он чтоб не буянил. Заморозку. Пускай моя мышь летучая пока потравит их. И мой дедушка тоже, как говорится, вышел. Ну что ж, давай посмотрим, кто кого. Тыдыч. Ну, рад? Я знаю, что рад. Отлично, шикарно все просто идет. Все, ребята, может пускай распрощаться со своей базой. Погнали. У меня фаербол тут еще накопился. Ох, сейчас будет зашибись. Ой, служитель тьмы, прости. И фаербол мой летит в довесок. Ну, последний удар, ребят. Давай. Ну, что ж вы там? Есть. Вот так вот. Вызвал он мне своего деда, думает, прокатит. Нет уж, мой дед сильнее всех. Так что, ребятушки, сундук нежити. И кто же нам здесь достанется? Оу, прыгут банши, 7 гемов. Неплохо, я вам скажу. И мы переходим. Вторая по зловредности нация — это Нефритовая долина. Кстати, она будет у нас предпоследней. Почему Нефритовая долина? Да, ребята, именно из-за Ронина, который, ну, наверное, будет почище того самого прыгуна в плане своих действий, манипуляций. Прыгун что? Он перепрыгивает, ускоряется. А Ронин с самого начала база может рвануть, сделать резкий старт и, соответственно, побомбить тут все. Но у меня есть вот эта пачуля, которая перехватывает. Здесь у меня, как вы видите, есть черный рыцарь. Также у меня есть молотильщик, который, в принципе, может успеть перехватить. Он же как? Если прыгун перепрыгивает и бомбит, ну, довольно приличное время, да, в ярости, то сёгун выпускает свой удар один раз, и все. Потом он обычный вояка. Ну, как обычный? Бомбит-то он не по-детски, как сами видите. Эй! Фух, успели, ё-моё. Вот тебе и обычный, блин. Во-во-во-во-во, вот об этом я и хотел сказать, что... Смотри, что он чудит. Ну! Ну, давай. Я не знаю, что делать-то.
Успели мы, нет? Да чтоб тебя, не, ребят, что-то как-то фигово у нас тут получилось-то. В чем проблема-то? А, ну все, я понял, в чем проблема. Естественно, естественно, ребята, проблема в том, что у меня не было маны. Жесть! Нет, эта пачка здесь не пойдет, ребят. Потому что здесь ни одного стрелка у меня нету. У меня только всадник на журавле. А он долго строится и дорого стоит. Поэтому выбираем вот эту вот пачку. Да? Тут у меня и мышь. В общем, вот этой будем пачкой рулить. Нифига себе, как мне тут на первом-то уровне. Они, в принципе, не такие уж и сильные. 63-62 уровень. А расписали, как будто, знаете, и глазом не повели. Бровушка не дернулась, как говорится, да? Давай, голем, я знаю, что ты должен здесь нам помочь. Он вызовет своего Ронина. Никуда он не денется, естественно, он будет его вызывать. Нам здесь очень нужна еще ниндзя. Слушайте, а голем у меня все-таки сильнее. Да-да, ребят, сильнее. Ты достал уже, а? Хайкать-то здесь. Так. Во, отлично, ниндзя, у тебя хорошо получилось увернуться от смертельного удара. Ну что, я думаю, что все. Тут, ребята, песенка спета уже его. Пускай он тут хайкает, хоть что делает. Две ниндзя сейчас любого журавля распишут. Им пофиг. Вот видите. Стоит только Ронина перехватить на начальном этапе. И все, ребят. И дальше идет как по сказке. Ой. Не было печали. Я совсем забыл, что здесь еще вот этот вот охламон нефритовый-то. Как его? Воин, блин. Или как его звать? Терракотовый воин. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, у меня аж прям мурашки пробежали. Как сейчас вспомнишь, что сейчас будет твориться. Он... Его не пробить. Сейчас еще нужно контролировать Ронина. Плюс того. Даже не знаю, что и делать-то. Ну ладно, голем-то, естественно, пойдет первым, как всегда у нас. На взбучку. Тут уж ничего не поделаешь. Опа, 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 пули. Ты... Что-то попутал, по-моему, родному. Блин, сейчас завалят. Нет, ты смотри-ка. Очень даже хорошо она. Слушай, у ворот солидно срабатывает у моей ниндзи, поэтому она за счет этого и справляется. О, этот, как всегда, в камень. Вот так вот, обоих. Слушайте, ну он... Опс, опс. Ну он хорош, ребята, вот терракотовый этот. Да почему все время? Хотя да, он терракотовый. Терракотовый воин, он хорош чем? Что он типа этого встает в позу каменную, и его не пробить. Как Джаггер, когда его подбиваешь, он типа ломается, да? Падает, но если его долго не бить, он восстанавливается. И здесь то же самое. Он встает в статую, в каменную. Его бьешь, бьешь, бьешь. Как говорится, все суперудары на него тратишь, ему пофиг. Потом он оживает и дальше продолжает тебя бомбить. Вот это, конечно, преимущество. Смотрите, здесь у нас добавляется тигр. Именно тигр собственной персоны. Я не помню, ребята, мы с вами как-то вот такой пачкой, по-моему, здесь рулили. Если я, конечно, что-то не путаю. Хм. Баллиста, тигр. Или вот этой. Вот этой давайте попробуем. Я знаю, что тигр здесь очень мощный юнит. У него довольно жесткая атака, хоть он и дорого стоит. Но он того стоит. Так, Ронин, я ее про это забыл-то про тебя совсем. Ну давай, давай, давай. Сейчас накумарит, да? Ты посмотри, как он шмаркает. Но мы его успели подбить все-таки. С одного удара даст. Да ладно тебе. Ты смотри, псих какой, а. Он просто псих. Ну. Вот и тигр вышел, блин. Давайте мы, наверное, вот так вот с вами сделаем. По-быстренькому тигра надо убирать, убирать, убрать. Убрали, называется. Е, тут хорошо получилось. Он достал, а. Он просто достал. Так, тигр. Сейчас обоих, да? Да он... Не, ну на самом деле, что за фигня-то получается здесь, а? Е, тут мы его подбили. Так, давай вот так вот сделаем. Ну его нафиг еще заморозку поставим сюда. Так, у тигра, да, ребята, это возможность выпускать дух при смерти. Очень напрягает, если честно. Очень напрягает.
Вот как мы сейчас тоже выпустили циркуляру. Ну, даже не смогли пробить, зашибись. Так, давай, 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 родные, давай. Ну что ты упал-то там не вовремя. Зато всадник на журавле очень хорошо. Тихо. Очень хорошо контрит этого Ронина. Посмотрите. Очень хорошо оно пробивает. Так, надо еще одного, да, наверное, журавлика вызвать. Слушайте, такая драка за базу, за уничтожение базы, офигеть. Так. Слушай, ну вот как ни крути, ребята, а черный рысарь, хоть он и слабенький, да, такой и неказистненький, но он все-таки очень нам здесь помогает, очень помогает. Он отвлекает удар, например, видели, сейчас Ронин. Так, тихо, что-то тут вообще пошел какой-то кавардак непонятный. Вот так, всех к ногтю. Есть! Ну, тяжело, тяжело, ничего не скажу, ребята, тут... Так, смотрим, что дальше. Ой, ёпперс, это Вуджен. Все, ребят, я что-то... Я что-то я расстроился в корень. 64 уровень здесь. Вы представляете, что это? Здесь, насколько я помню, мы, по-моему, играли вот этой пачкой. Потому что здесь у нас есть летучая мышь. Или же вот эту все-таки брать. Здесь есть журавль. А если мы, например, возьмем вот, вот в эту пачку. Вот в эту пачку. Летучую мышь. Слушайте, а как вариант попробовать-то можно же? Но придется нам отсюда убирать молотильщика. Угу. Молотильщика придется убирать. Хорошо, я попробую. Я иду, ребята, на такой риск. Убираем, короче, из компании молотильщика и забираем летучую мышь. И уж не знаю, что у нас из этого получится. Так, молотильщик, отдохни пока. Мышка тоже отдохни. Вот сюда мы воткнем пока молотильщика, да? Че он не хочет? Неужели в эту пачку я тоже не смогу взять? Да, ребята, не получится. Не получится у нас такой вот маневр, который я запланировал, к сожалению. Хорошо, а если мы вместо молотильщика... Просто почему я хочу убрать молотильщика, ребята? Вуджен очень быстро его будет разбирать, понимаете? Вот этот гаденыш очень быстро с ним разберется. Может быть, нам... Вот ума не приложу, кого тут взять. Пришельца. Так он у нас не прокачанный. Да, молотильщик. Никуда тут от тебя не денешься. Ладно, ребята, попробуем. Блин, ну будет жестко, очень жестко. Фух. Поехали. Знаете, против Фуджена, кто у нас хорошо, помните, помогал? Естественно, наш родной прыгун. Почему? Потому что он перепрыгивал этого терракотового воина, да? И бомбил. Бомбил этого Фуджена, что есть силы. Так, как-то у нас началось все не с той ноги. Сейчас упадет у меня молотильщик даже. О, вот он. Фуджен недолго плясал. Недолго радовался. Иди отсюда. Дух твоего здесь не было. Так, давай дальше вызывать журавля. Ну что ты, ёпрсы, ты промахнулся-то, как? Ай-яй-яй, совсем плохо. Совсем все плохо. Не можем пробить. Опять встает в стойку. И хоть ты что тут делай. И вот Джен тут еще до кучи вылез. Так, карточку. Ну, давай-давай-давай, пробиваем. Пробиваем. Вот тебе и пробили. Вот тебе называется и пробили. Давай Ронина хотя бы снесем. А вот так вот здесь мы сделаем. Вуджен упал. Так, тихо ты, хорош. Сейчас пойдет к моей базе. Будет бомбить базу этот журавль. Не пойдет. Нет, не успел. Это хорошо. Так, ураганчик, помоги, пожалуйста, мне. Журавль, ну что ты делаешь? Ты... Так, хорошо, здесь пошло нормуль. Есть, Вуджен упал. А если мы вот так еще заколдуем их всех? Замечательно. Пока нормуль. Так, давай вот так сделаем. Это чей? Блин, это вражеский журавль, оказывается, был. Да как меня эти големы раздражают? Я не могу прям. Ну, падать будете или нет?
Мой, да не мой, падает. Одного за другим. Пока мы одного разбираем, он успевает следующего вызвать. Вот она. Вся неблагодарность, ребята. Ну, естественно, мой падает, конечно же. Как по-другому-то? По-другому никак, ребят. Хоть какой-то прогресс. Эй, 10 секунд! 10 секунд! Ну, естественно, естественно. Как же, ребят? 2 секунды, не успеваем, ребят. Не успели, все, сфейлились. Фу. Вот так вот. Такие вот бывают пироги. И ничего нам здесь не помогло вообще. Ни переманивание, ни бомбежка. И все, как только вот 2 секунды истекло, как только время прошло, сразу же мы победили. Зашибись, где логика? Не знаю, где логика. Ее нет вообще. Ладно, он, короче, нарвался. Ребята, ваш выход сегодня. Прыгун, ты готов? Ты готов. Я знаю, что ты готов. Ты сейчас должен будешь наказывать их там всех нафиг. Кидрифи не достал. Фуджен уже в доску просто-напросто. Будешь перепрыгивать у нас как раз этого Терракошу. И бомбить. И все. Тогда мы сразу разобьем ему базу. Пух и прах. Да-да-да-да-да. Конечно, вышел. А мы вот так вот сделаем. Пускай тебя немножко потравят. Вуджен. Вот, давай-давай, всех в кучу. Эй, не надо лагать, пожалуйста. Куда? Ну куда ты собрался? Куда ты вот побежал, а? Опс, получил свое. Терракоша, иди отсюда. Нет, крепкий гад. Опс, давай сносим, да? Нечего им тут выделываться, выеживаться. Так, ниндзя, выходи. Трави, трави, трави. Там всех, всех травим. Никто здесь не выживет. Ну и что ты там хайкаешь-то? Хайкает он мне. Вот и все, ребята. Делов-то на копейку. Чумные мыши, конечно, это что-то. Травят, не дают там никому даже встать. Фух. Последний уровень здесь, ребята. У нас тигр, Вуджен. Берем эту пачку. Она показала себя вроде бы неплохо. Но единственная проблема — успеть бы нам вызвать деда. А это очень будет проблематично здесь. И у него этот босс-то противный, ай, который воздухом дует. Так, секунду. Фу ты. Я уже думал, этот Терракоша сейчас выбежит со психами. Нет, он выбежал в обычном режиме, ребят. Так, ладно, копим дальше магию. 400 уже есть. Сейчас будет травить его потихоньку она. Мышка его, это хорошо. Кто там вышел? Тигр? Ага, тигр нам тут не нужен абсолютно. Далее идем. Терракоша, успокойся. Ой, Терракоша, елки-палки. Вуджен, успокойся. Все, ребят, ой, босс вышел. Босс вышел. И как нам интересно его здесь подбить сейчас. О, дед нужен. Здесь нужен дед, ребята. Давай, дедуля. Пошел. Пускай он заткнет свое рыло, а. Вот так. Ну, пробьем. Давай, затравили, затравили его. Дует, да? Дуновельщик. Хорошо, давай, дед. Ну, ударь, удар. Есть. Вот и нету, ребята, босса у него больше. Ха-ха-ха. А у меня-то есть. Что такое? Я уже думал, дед упал. Сейчас упадет. Упал дедуля, к сожалению, ребят. Так, травим, 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 травим мышки. Мышки, справляемся со своей работой. Я, если что, фаербол, ребят, запущу. Потому что я чувствую, сейчас выйдет. Нет? Ну, этого тоже надо спасить. Вот так вот, всех голодранцев к ногтю. Так, ниндзя. Еще один голем. Даже вот немножко подлагивает, ребята, когда такая куча тут народу. Фух, фризит. Отлично. А тут говорит, блин, на ускорение. Как тут на ускорение играть? Каждый 10 под отчет идет. Ускорение, блин. Ну, вот неплохо. 8 карточек богини, 10 карточек у нас всадника на журавле. Фу, ребята, последняя миссия на сегодня. Это захватчики у нас, да? Космические пришельцы. И здесь улитка. Против улиток у нас вот это вот почуля рулит. Вы это знаете прекрасно почему?
Поехали, будем реализовывать. Кстати, у нас очень мало, ребята, маны. Возможно, даже это будет последний бой у нас. Так, тихо, тихо, тихо. Рыцарь, 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 рыцарь. Есть, есть. Не нанесли главной базе никакого урона, это хорошо. Ну, а что вы хотели? Вот так он и будет меня сейчас спамить. Это же улитка зловредная. Ах, тут еще у нас и вот так вот бородавочник даже, да? Бородавочник. Так, мне нужно, ребят, во. Куда ты собралась, улитка? Куда собралась, я не могу понять. Долечили. Упс, 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 упс. Тихо, 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 тихо. Как мы тут будем разрулить, ребят? Как? Урон нанесли базе. Все, ребят, хана. Хана мандрыга называется. Вот так вот. Я не пойму, это что такая улитка-то мощная? Сносит с удара просто-напросто моего воина. Это что за фигня-то? Я не понимаю. Обалдеть, улитка. Слушай, а это что там? Я уж думал, мы ему сбили бег. Нет, ничего мы ему не сбили, ребят. Да, короче, ребята, это бесполезно, надо проигрывать было, все. Бесполезный бой просто-напросто. Да, вот такие вот пироги. Ну что, у нас, ребят, все, закончилась энергия. Эта пачка там стопудово не прокатит. Ну что ж, тогда нам остается закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Рэй, увидимся с вами в следующих видосиках. Всем пока и удачи.